Доброе утро, друзья! В эфире экологически чистая программа «Утренняя почта». У нас только отборные звезды, самые свежие шутки и ведущий натуральный блондин Николай Басков. А еще наша программа – источник возобновляемой энергии. Энергии зрителей, которые постоянно шлют нам свои письма. Вот что написала Инга Лаптева из Светлогорска. «Доброе утро, Николай! Хочу поделиться хохмой. Мой муж страшный». Ничего себе хохма, муж страшный. Страшный сластёна. А, ну, совсем другое дело. Вчера я заказала доставку, уехала на работу. Днем позвонил муж и сказал, что конфеты «Альпийская свежесть» оказались так себе, а вот мягкость кашемира ему очень понравились. Но я конфеты не заказывала. Оказывается, принесли два заказа одновременно – еду и капсулы для стирки белья. Мой сластёна принял их за конфеты. Слава богу, у мужа никаких последствий. Ну, а еду я заказывала для праздничного стола. Сегодня у нас годовщина свадьбы. Николай, пожалуйста, поддержите с утра пораньше мое приподнятое настроение песни Люси Чеботиной. Инга, от души поздравляю вашу семью с годовщиной бракосочетания. Вашего мужа с тем, что все обошлось. А всех наших зрителей с хитом Люси Чеботиной «Лучшая подруга». Спасибо, подружка, я на него злилась, срывалась с цепи, себе говорила, ты только держись. Стреляла в меня, а задела двоих, запомнится мне на всю жизнь твой ретрит. И как должна тебя я простить? Ты видела тогда в моих глазах печаль, ты делала больней. Ты знала, как осознала вдруг, кто мой самый страшный враг. Ты Некоторые братья наши меньшие в какой-то момент неожиданно становятся братьями нашими большими. Об этом письмо Алексея Зуйкова из Твери. «Здравствуйте, Николай. На день рождения я подарил жене собачку. Жена назвала ее Джесси и теперь не расстается с ней ни на секунду. Сегодня я понял, что в итоге собачья жизнь стала лучше моей. Питается Джесси значительно лучше меня. Жена регулярно с ней гуляет, моет лапы, причесывает. Когда Джесси лежит на диване, жена умиляется. А когда я лежу на диване, она ворчит. Сейчас супруга гуляет со своей любимицей, а я пишу вам. В надежде на дружеский совет, как дальше жить. Алексей, вам поможет юмор. Когда жена вернется с прогулки, принесите ей в зубах тапочки и преданно посмотрите в глаза. Наверняка она поймет, что слегка увлеклась четвероногим другом в ущерб двуногому мужу. А сейчас успокойтесь. Устройтесь удобно на диване и послушайте хорошую песню. В утренней почте Леонид Агутин и Владимир Пресняков «ДНК».
сегодня больно, стыдно, сердце рвется на части. Мне необходимо, видно, снова быть в твоей власти. Я себя буквально убиваю, убиваю, но жалею. За окном вот-вот темнеет, вроде ночь, вроде день, как день. Я бегу по кругу, словно пони в цирке без смысла. Дни меня находят сами, как случайные числа. Я себя отчетливо теряю с дефицитом кислорода. Не пойму, какого рода это боль. И бороться лень. Перелей мне свою кровь, чтобы в моем ДНК выжила только любовь, выжила наверняка. Несмотря ни на что, кто мы созданы как, ты перелей свою кровь, вот она рядом моя рука. Я не верил в дождь, так спокойно, глупо по крыше. Ты меня зовешь, но почему тебя я не слышу? Хочу напиться тишиною, за периметром шумов, за несказанностью слов с тобой такой одною. Перелей мне свою кровь, чтобы в моем ДНК выжила только любовь, выжила наверняка. Несмотря ни на что, кто мы созданы как, ты перелей свою кровь, вот она рядом моя. Кеша, я только что понял, смартфон – это же современная лампа Аладдина. Потер по экрану пальцем, и тут же исполнились все желания. Доставили вкусные явства, привезли модные одежды, забронировали билет на ковер-самолет. Сказка! Сказка! Правильно, а ты будешь в ней сказочным героем. Надо решить, каким. Жар-птиц. А, Финист-попугай. Нет, скорее, попугай-разбойник. Хочу Змей Горыныч. Что угодно, только не это. Одна твоя голова говорит столько, что моя голова пухнет. А если у тебя их будет три, я точно не выдержу. Шутка. Хочу письмо. А вот и оно. Краснодевица Василиса из Петрозаводска пишет нам про еще одного сказочного героя. Доброе утро, Николай и Кеша. Мой парень настоящий Иван-царевич. Сильный, смелый, красивый. Но как только я намекаю ему на свадьбу, мой Иван-царевич превращается в Иванушку-дурачка. Делает вид, что ничего не понимает. Покажите, пожалуйста, в утренней почте какую-нибудь смешную миниатюру, после которой произойдет чудо. Мой Ванечка сделает мне предложение. Какой сказочный план. Вы прям Василиса Премудрая, Елена Прекрасная. Елена Превеселая. Это омега-3 из дикого камчатского лосося. Важен для иммунитета. Раз. В стрессовых ситуациях. Два.
поддерживает сердечно-сосудистую систему. 3. Правильный омега-3 от Дымовского рыбокомбината. Говорят, после появления нашего гостя на телеэкране в телемастерских настоящий обвал заявок на ремонт телевизоров. Поклонницы зацеловывают телеэкран до дыр. Мужчины, крепко держите своих женщин. В студии он, Николай Басков. Катастрофа случилась страшная, гастроли срываются. У тебя пропал голос, сбежал продюсер или весь оркестр заболел ветрянкой? Потерялась блестка с моего лучшего костюма. Как я теперь выйду на сцену? Гастроли срываются из-за блестки? Я не могу обмануть ожидания зрителей. Они ждут от меня идеальный образ. А тут, представляете, заголовки в интернете. Блеск Баскова померк. Звезда перестала сиять. Николай потускнел. Да, по-моему, все в порядке. А где была блестка? На спине. Не вижу. Изнутри. Ну, там подкладка. Под подкладкой. У тебя блестки даже под подкладкой? Конечно, звезда должна быть безупречна со всех сторон. Это не она? Она! 125-я сверху в левом ряду. Ты знаешь каждую блестку? А как же, у меня все под контролем. Ну, раз твоя карьера спасена, может быть, ты наконец-то поздороваешься со зрителями и прочитаешь письмо. С радостью! Здравствуйте, мои любимые зрители! Как всегда, с волнением читаю письмо. Дорогой Николай, меня зовут Эльвира Самохина, я из Барнаула. Сегодня у нашего маленького кондитерского предприятия сладкий праздник, юбилей. Тысячный торт. Отмечаем этот юбилей на работе. Если обычно на праздничном столе всего один торт, на нашем кондитерском столе их сегодня больше 30. А вот артистов, увы, ни одного. Николай, помогите, пожалуйста, сделайте наш маленький юбилей большим праздником. Я знаю одну артистку, которая идеально подходит для этого юбилея. У нее сладкий голос, и она всегда аппетитно выглядит. Чур, я ее объявляю. В утренней почте настоящая розочка на торте. Великолепная Аня Лорак рядом, но не вместе. Название песни, ну прям про нас с тобой. Любовь бывает часто лживой, и прошлое до боли мстит. Уходят чувства без причины, и память календарь обид. Мне показалось, я остыла, стихи меняя на слова. Да просто так, да очень мило.
кто-то смотрит нашу программу для развлечения, а вот для Кристины Боковой из Санкт-Петербурга наша программа – источник производственного вдохновения. Здравствуйте, Николай. Я учусь по специальности модельер-конструктор. И тема моей курсовой работы – концертный костюм. Как мне знакома эта тема? Могу ли я увидеть в утренней почте Сергея Лазарева? Во-первых, у него всегда роскошные концертные костюмы, и я смогу почерпнуть что-то для своей курсовой. Во-вторых, он мне нравится. А в-третьих, у меня сегодня день рождения. Кристиночка, вполне хватило бы одного повода. Я вас от всего сердца поздравляю с днем рождения. Желаю вам успехов в учебе. Для вас и всех наших зрителей в утренней почте Сергей Лазарев. Я не боюсь. Твердили все, она не для тебя. Но с каждым днем сильнее влюблялся я. Не слыша никого от взгляда твоего. Куда-то подо мной плыла земля. С огнем играли, перешли черту. Узоры наших тел и сердца стук. За острые края упали ты и я. Сегодня в любви к утренней почте признается преподаватель итальянского языка Агата Белова из Москвы. Ее признание в стихах звучит, естественно, на итальянском. Однако понять его может каждый. «Бонджорно, николиссимо» и «утренне почтиссимо», «белиссимо», «брависсимо», «вы всех нас веселиссимо». Дорогая Агата, большое спасибо за стихи, за совершенно итальянский, ну и за юмор, конечно. А теперь пришло время сказать «Чао!». С вами был, есть и будет главный исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою разделю. На земле никто и никогда. Буду я любить тебя всегда. Мою с тобою разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю. Я устал от споров и сплетен.
сердце нет места для любви. Я тебя не случайно встретил. Я уже давно искал глаза твои. Синее-синее небо, ты нежна, будто ласка май. Ты ворвалась в мое лето яркой кометой. Я скажу, а ты решай. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю. Снова жду прихода твоего, а часы как будто не идут. Дольше нет на свете ничего, этих затянувшихся минут. И без тебя ни луны, ни солнца, и в моих мечтах все без тебя не так. Мир сияет, когда ты смеешься. Я в тебя влюбляюсь каждый миг, и это факт. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою разделю. На земле никто и никогда. Я тебя люблю. Спасибо!